Напоминаю так, со всем намеком. Как дела ваши? Зашел, а тебя нет. В смысле, меня нет. Ребят, не забываем про розочки. Будет очень приятно. А, на предыдущем? Ну, на предыдущем, да. Меня Виолетта зовут. Как ваш день прошел? Я сегодня была на спорте целый день. Вот, так что у меня все болит. На самом деле. Ой, как хорошо, я так хочу на массаж сходить. Вот, на спорте, потом вечером еще курсы были. И все. Тима, ты не хочешь мне, может, розочек накидать? Мне было бы очень приятно. Найс. Это точно, что найс. Спасибо за розочки. Ну, ты подумай. Кстати, я вчера читала твое сообщение, ну, ты понял, про что. И сказать честно, мне это реально помогло. Я не знаю, на самом деле, как это сработало, типа, в какой момент именно конкретно я перестала что-то себя загонять, но оно сработало реально. То есть все спокойно закончилось. Так что спасибо. Привет. Обращайтесь. Ну, надеюсь, больше не будет таких ситуаций, потому что это жестко было. Ладно, если вы еще не одна в квартире, но когда ты еще одна в квартире, это вдвойне жестко. Пишите вопросики. А как забрать хлеб у голубя, если передумал? Хороший вопрос. Даже не знаю. Наверное, никак. Своего друга разыграл, пранки делал. Стать голубем. Реально. Спасибо за розочки. Осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Пишите вопросики.
Спасибо тебе. Половина есть. Осталась еще половина. Ребята, задавайте какие-нибудь вопросики. Я занимаюсь волейболом. Может, кому-то интересно что-то. Да, уже давно. Наверное, где-то в сентябре будет 8 лет. Спасибо за розочки. Давайте, осталось чуть-чуть. Ого, не забываем, кстати, реально делиться трансляцией. Ну, как видишь, да. Медалей много, поэтому много где была. На самом деле, за эти 7 лет. Вот. Спасибо большое. Спасибо тебе. На улице там солнышко не было, а только это. Ну да, кстати. Спасибо, мы достигнули цель. Спасибо всем, кто участвовал в этом. Переходим дальше. Спасибо за подарочек, Санёк. Давайте, у нас новая цель. Пишите вопросики какие-нибудь. Занимается ли кто-нибудь из вас спортом? Спасибо большое. Прогулкой от компьютера до дивана. Это тоже хорошо, на самом деле. Каким спортом? Приветик.